Потому что давайте вот рассмотрим позицию мужчины. Мужчина живет здоровый образ, ведет здоровый образ жизни, там не пьет, не курит. Где ему найти девушку, которая этим занимается? 2-3 года назад это была очень большая проблема. Потому что большинство современных девушек, они живут современной жизнью, да? То есть прожигают. Или там курит девушка, это вообще оттас. Вы когда-нибудь подходили к курящей девушке, дышали с ней одним воздухом рядом хотя бы? Нет? Вот стоит около вас пепельница. Жесть, как с такой можно жить? Про мужчину курящего то же самое. Стоит мужчина, который курит. Это же вообще фантастика.